товарищи, получите пачку. Если один товарищ, вообще ничего не получится. Одну пачку на весь коллектив. А там не парни, там такие шоколадные торты. А ребенку уже дали, почему? Это он взял все. Он сам шпор. Наш человек, да. Ребята, теперь немножко послушаем наших уважаемых ребят. Легенды киевского туризма. Дядя Саша, наверное, ты скажи, что будет. Теперь говори. Чего-нибудь. Говори, говори. Ну, наберитесь терпения. Чего-нибудь будет. И мама. Только недолго. Регламент. Больше. Марсель! И больше 3 часов сказать. Вы все туристы. Я понимаю, и любите туризм, и выросли из туризма, и все барды из туризма. Так вот, Роберт Рождественский, письмо в 30 век. 30-й. Завидую вам, завидую. Завидую спинам, бугристым, из горла признание выдавлю. Завидую вам, туристы, заброшу все темы и темочки, в рюкзак запихну стакан свой. Мне нравятся ваши девочки из слёз. Республиканцы. Завидую вам, пешеходники, за то, что вам чуждо пьянство, за то, что идете охотно на полосу препятствий, за то, что на переправе с упорством непоколебимым вы держитесь не за славу, а за свои карабины. Мне втайне, конечно, хочется, отбросим столичную робость, попрыгать за вами по кочкам, чтоб кто-то мне крикнул: «Роберт!» Чтоб кто-то мне крикнул: «Рождественский, зачем вы в речку упали?» И девушка с взглядом божественным мне б на ночь дала свой спальник. И в каше за совхозом выданной я мясо искал, как лекарство. И больше бы вам не завидовал, совсем перестал заикаться.